Начали? Дим, кинь, Дим! У нас нормально по людям все стоит? Ну да, он горох прибежал. Делай.
пацаны, речи! Да! Мы в меньшинстве, давайте речи! Туда, 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 туда! Давай речи! Туда, давай! Игорь! Игорь, тормози! Вон, Паш, что, да? Не надо так. Отыграй, отыграй! Зачем он играет? Вон Серега был, а? Идите, уходи, убери. Ломай, ломай, Дима, залети, блядь!
Ну, бля, я дома. Хорошо. Один, Дима, сюда. Меня так, давай. Я побежал. Иди, я открою. Давай, я быстро. Серый, где ты? Ты правый полузащитник, ты чё? Я слева иди, правый, где ты играешь? Я слева, где ты? Ещё! Почему ты вот так вот бежишь? Я бежал вот так, иди, хватит врать! Сейчас я буду удивлён, что моя девушка придёт. Я не понимаю. О, да.
Дима, Дим, Дим! На! Хорош, отки! Да, горишь, спина, спина! Тихо, 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 горишь, кирю! Дим, Дим, Дим! Дим, Дим!
с собой, блядь. Вид, играй! Аут, аут. Сюда. О, собой, назад. Сорян, блядь, прости. Сразу. Дим, Дим! Я выйду, останься, я выйду. Смотри, смотри, есть. Справа его, мало. Ага, все, ты тут, пошел. Угасайся! Хорош, первый, вперед, вперед. Удали его! Пойдем, хорошо. Ничего не вышло. Я гордый вырвал за то, что я там испытал. А что-то? Я провалилась вот так. Ну это ж не их, вон, пускай требуют. Гарашки! Ги! Догоняйся! Ты осторожнее, а? Ошарный, бать! Я тебя не кашу. Вон у тебя стоит. Мне неудобно подправить. Не паясь, попал, не паясь. Лево! Трех! Стоп.
Даня! Давай жестко, давай. Дим, сядь, еще один здесь у меня.
Тём, Тём!
Блять. Oh!
Бля, ну там. Давай, давай, давай!
Кто полетел? Они тоже тянут по-братски. Дима! Началось! Дима! По-братски! Окей, братан. Бля, только так, в центре, так туда удай. Ты что, играй? Не, не ухожу никуда. Сегодня мы вернулись в Мещерский парк, начали второй круг. Я очень рад, что все в сборе. Солнцево сегодня показало прекрасную игру, выиграл со счетом 5-0, прямо как в известной песне «Аргентина и Майка». Единственное, что Павел Рыжиков сегодня имел пару моментов, но так и не попал в створ ворот, к сожалению. Были у него шансы, но Солнцево показало уровень. После зимнего кубка явно набралось опыта и, я думаю, поборется за топ-3 как минимум во втором круге. Все, спасибо.